этот месяц я хочу посвятить изучению Слова Божьего. Наше внимание Господь хочет, чтобы мы привлекли к Его Слову. Псалом 67.20 говорит интересное слово, потому что я это получил сегодня. Благословен Господь, каждый день нагружает Он нас благами Своими. Бог спасение наше, села, словословие, хвала. Вы знаете, интересное место, потому что он говорит, на каждый день он нагружает благами. Слово «благо» — это обеспечение. И вот это обеспечение Бог хочет каждый день возлагать на нас. Было ли у вас такое, что вы как по каким-то причинам, по обстоятельствам жизни пропускали свой дневной рацион? Может быть, вы работали, а может быть, просто забыли перекусить. Каково было ваше настроение? Потому что нехватка пищи в организме всегда вызывает, может быть, к слабости, может быть, головной боли, а у некоторых даже и для раздражения. Я хочу сказать, что и в духовном мире также происходят такие вещи, как нехватка аппетита, то есть нехватка ежедневной подачи слова. И это слово всегда важно для нас. Смотрите, каждый раз, каждую нашу встречу мы завершаем молитвой «Отче наш» в русском переводе или «Авину Шабашимаем». Господь Бог наш Царь, Он дает нам это слово, Ишуа оставляет это слово для своих учеников. И в, этом, в этой молитве «Отче наш» в Матфея 6 глава 11 стих Ишуа оставляет такое место, которое говорит о ежедневном хлебе. Ишуа учит говорит, «Хлеб нас насущный, подавай нам на каждый день». Разве только о хлебе здесь говорит Господь, разве только об обеспечении и нас каждым днем Он озабочен? Конечно, конечно же да. Он озабочен о том, чтобы каждый день обеспечивать нас пищей. Но я также думаю, что и не только физически говорится об обеспечении здесь, говорится также о Словом Божьем. Давайте представим себе, если Библия, Танах, говорит нам о том, что Слово Бога, как хлеб насущный для нас, может себе представить, что Ишуа здесь учит нас о важности откровения Божье Каждый день получать Слово от Бога. Через все Писание, через все Писание, через, э, Бог всегда говорит о Своем Слове, как, как Слово, которое дает жизнь, которое дает э, ободрение, которое дает настроение, откровение. И здесь мы можем увидеть, что Ишуа учит нас, чтобы мы получали ежедневное откровение свыше, каждый день получать Слово от Бога. Бог заботится о нас, как пастух. Вы знаете, как пастух, он пасет народ свой, он говорит о народе, как о пастве. И только лишь она от нас зависит, захотим мы кушать или нет. Он готов нас водить пажетями, он готов выводить нас и приводить нас к злачным пазетям, где есть хорошая пища. Но от нас зависит, хотим мы это или нет. Я полностью убежден в том, что Бог хочет, чтобы мы имели от него свежее слово каждый день, каждое утро получать от него то слово, которое поможет нам пройти этот день, которое нас нарядит нас э, таким ободренным словом и над наставлением, которое даст нам жизнь и даст нам радость. Я верю в это. Когда мы начинаем читать Слово Божие, его Тору каждый день тогда Господь откроет нам свое благоволение. Тогда мы поймем, что Бог говорит с нами. Только тогда, когда мы читаем Его Слово. Это искренне, истинное Слово Божье, откровение свыше. И если мы Его знаем, то в один момент Он пошлет свое Слово, которое изменит не только твою жизнь, но жизнь которых, людей, которые вы любите. Жизнь, людей, которые окружают вас, ты никогда, может быть, не знаешь того дня, когда воистину Господь поговорит тебе. И чаще всего Он говорит через свое слово. Я хочу, чтобы вы слышали то, что я хочу сказать. Бог хочет, чтобы мы получали это слово каждый день. Хлеб наш насущный дай нам на каждый день. Я хочу помолиться за вас, чтобы это откровение пришло, что каждый день Бог хочет снаряжать нас откровением Своего Слова, дать нам Свое благоволение. Я хочу помолиться за вас. Отец Небесный, я благодарю Тебя за наших братьев и сестер, которые сегодня славят и благодарят Тебя. Я молюсь о том, чтобы наша жажда о Твоем Слове была реальной чтобы мы на каждый день получали откровение свыше, и мы просим, чтобы ты благословил наших братьев и сестер усердием читать его слово, его Тору. Господи, благослови их во имя Ишуа Мессии, да будет Бог благословен в вашей жизни. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Мы всегда будем рады помолиться за вас. Писание говорит о том, чтобы мы носили времена друг друга. Молитесь друг за друга. Друзья, я знаю, что, может быть, вы посылаете молитвенные просьбы многим э, служениям, или же пасторам, или общинам, где бы вы ни были. Мы тоже можем помолиться за вас. И, пожалуйста, присылайте ваши просьбы по адресу, которая будет у вас на экранах вашего монитора. Пускай Бог благословит вас, и мы обязательно за них помолимся.